помогут, поддержат, проявят инициативу. Серебряные волонтеры всегда рядом. Сейчас в команде более 50 человек. Ольга Смансер трудится в швейном цеху. В ряды добровольцев вступила недавно. Я с сентября месяца участвую в движении, но вот теперь уже ни за что не уйду оттуда. Хочется, конечно, чтобы это было уже в мирных все целях. Скорее бы. Будем тогда деткам помогать. А началось все с изготовления снудов, банданы, балаклав. Основная часть добровольцев на пошиве изделий. Вторая собирает гуманитарную помощь. Движение души – так себя называют участники. За ценный вклад их поблагодарили одинцовские партийцы. За помощь по оказанию жителям и воинам новых регионов России. Спасибо огромное. Работают, скажем так, без перерыва, потому что они сменяют друг друга. У нас и то же самое, что когда дежурство проходит, то есть не по целым дням, не целый день, а по несколько часов, так, чтобы могли отдыхать. Иногда бывает так, что они с пошивочного цеха туда бегут, оттуда они бегут сюда, и, в общем, прекрасно. За время проведения спецоперации из округа передали 2,5 тонны гуманитарной помощи. Изготавливают более 6 изделий для военных. В планах расширить производство. Тех, кто хочет вступить в ряды волонтеров, становится больше с каждым днем. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8-903-711-57-59. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».